Всем привет! Это обзор очередной посылочки с сайта iHerb или iHerb, не знаю, как правильно выговорить. Все говорят по-разному. Сейчас буду рассказывать, показывать, делиться своим мнением. Поехали! Так, в первую очередь хотелось бы прокомментировать такую омегу концентрированную. ДГК-500. Здесь ДГК выше, чем EPA. Это специальная омега, которая действует больше на мозг. Вот. Заказала я ее для своего младшего сына, потому что решила попробовать протокол Немечика, так как у нас расстройство аутичного спектра и задержка речевого развития. Скажу сразу, капсулы отличаются от обычной омеги. Они более плотные и на вкус очень горькие. Если честно, я малому дала одну капсулу, он как бы ее разжевал, не выплюнул, не знаю. Я когда попробовала, ну это ужас, она очень горькая. Лучше, наверное, просто обрезать край капсулы и наливать непосредственно в ложечку. Рыбий жир тут не противный, и в принципе мой малой будет пить. Так, это по этой меге. Так, дальше хотела бы сразу пробежаться, потому что я заказывала малому. Это масло, топленое масло Ghee. Оно с холодильника немножко мокрое. Топленое масло, потому что лечение по протоколу требует особенно диеты. Это вот отказ от магазинных печенек, булочек, маргарина, масла сливочного, подсолнечного, всех и молочки в том числе всей. То есть можно домашнее покупать молочную продукцию и обрабатывать ее при высоких температурах, получается даже вот в микроволновке можно, и тогда, возможно, можно давать ребенку. Но чтобы там не присутствовало лишних вот этих полезных бактерий, которые ему не нужны сейчас. Надо растить его личные полезные бактерии, а не добавлять какие-то чужие. Вот. Мне понравилось, по вкусу очень вкусненькое, такое вот привкус топленого молочка, консистенция масла. Вот, тут уже вот пробовала. Вкусное сливочное масло, серьезно. Мне понравилось. Я думаю, ребенку мама тоже. Я ему еще не давала на пробу, но мне само лично понравилось. Сама пробовала. Советую. Также хотела добавить, что на нем можно пассеровать, жарить. Оно не дымится, не коптится. И даже вот оладушки можно на нем пожарить ребенку. Намазывать на хлеб. Вот. И добавлять выпечку. Следующее, что я ему приобрела, это масло оливковое. Решила попробовать именно этой фирмы, греческое масло, 100% натуральное. На вкус чувствуется такой травянистый привкус, то есть не чувствую каких-то лишних добавок или какого-нибудь там, не знаю, примеси подсолнечного масла. На цвет оно такое, как желтовато-оранжевое, ну густое такое, вот видно, что хорошая консистенция, мне понравилось. Запаковано оно было вот в такую пупырочку, сейчас сюда вам поставлю, чтобы лучше было видно. Вот. Запаковано было в такую пупырку, хорошо, плотную, внутри она как липкая, то есть бутылка не елозится туда-сюда и не деформируется, не разобьется. С двух сторон было еще герметично упаковано. Еле ее открыла, решила сразу открывать, а не при вас, потому что это заняло очень много времени, еле ее достала. Вот. И масло Ghee тоже было упаковано, потому что это стекло. Упаковано в пупырочку. Плотненькую и с одной стороны липкую, как скотч. То есть фиксирует стекло, и оно никаким образом не выскользнет с этой пупырки. Вот. Оливковое, извините, масло это взяла, потому что нужно давать первого холодного отжима.
Решила попробовать именно его, посмотрю, как оно будет действовать. Должно вообще оно успокаивать ребенка, ну то есть инулин будет провоцировать на работу мозга и хорошую работу кишечника, также и омега ДГК-500. А вот это масло должно его гиперактивность немножко успокоить. Ну, посмотрим, как оно действует. Если не увижу каких-то изменений, попробую другую фирму. Есть еще масло Калифорния, которое вот рекомендует немечек в своем протоколе. Но оно по цене, конечно, дороговастее, чем это. Ну, в общем, посмотрим, попробуем. Дальше заказала себе вот такую тональную основу от фирмы CoverGirl, плюс крем Olay, нюдовый бежевый. С оттенком я не прогадала, я смуглая, мне подошло, могу показать, какой там оттенок. Вот. Ну, вот такой вот оттенок. Перекрытие хорошее. Мне понравилось, на коже легко лежит, не утяжеляет, такой как будто крем он нанесла, вот увлажняет кожу. В принципе, неплохой такой тональный крем, даже не основа, вот крема назвала бы. Мне понравилось, посмотрим, как оно будет на моей жирной коже, не будет ли вызывать жирности. Пока что мне понравилось. Взяла как пробник вот такую вот штучку коллаген на пробу, попробовать вообще, ни разу не пробовала коллаген, если честно. Мама моя коллаген пьет сейчас уже второй месяц, очень ей нравится, только от другой фирмы, от Lake Avenue, с витамином С она пьет и говорит, что и ногти, и кожа получше стали, и волосы меньше выпадать стали, то есть коллаген такая неотъемлемая часть нашего организма. Ну, я решила попробовать это, как пробник шло, такая маленькая пачечка. Понятно, что действие от него будет маленькое. Ну, хотя бы попробовать, что это такое можно, чтобы потом в дальнейшем заказать баночку побольше и пропить курсом. Курс от месяца до двух можно пропивать два раза в год. Я, если честно, даже еще не открывала. Даже не знаю, какой он на вкус и запах, и цвет. Сейчас привез эту коробочку. Ну, такой вот соленоватый порошочек. Попробуем. Здесь вот у нас на такой фиксированной защелке. Попробуем, посмотрим, как он будет действовать. Какой он вообще на вкус. Это моногидрат креатина. Заказик. Мне заказывала девочка. Заказывала своей дочке, потому что врач ей прописал, порекомендовал, даже не прописал, принимать его как помощник формирования мышечной ткани. Вот. Он этот креатин, он соединение, которое поддерживает имеющуюся мышечную ткань и развивает мышечную массу при каких-то вот физических нагрузках. Вообще спортсмены пьют, чтобы быстрее нарастить массу. Здесь дозировка минимальная, поэтому можно ребенку давать одну капсулу в день, мы просчитали. Так как взрослый от 6 до 10, по-моему, капсул в день должен принимать, чуть ли не два раза в день, то эта дозировка ребенку подойдет. Это еще. Вот она заказала ацетил-Л-картинин добавочка, которая помогает сжигать жиры. Ее принимают перед тренировками, ну вот, или упражнения какие-то делаете, идете в спортзал, на фитнес, куда-то приняли эту добавочку, она способствует повышению теплоотдачи, то есть больше потеете, больше теряете массы. Ну, посмотрим, что она мне напишет по поводу этой добавочки. Еще девочка заказала такую вот биодобавку, это люцерна. Богатая витаминами, минералами и хлорофиллом.
Она положительно влияет на кишечник с желудком и кровеносную систему, улучшает обмен веществ, снижает холестерин, имеет мочегонное действие, имеет противовоспалительное действие. Ну, то есть такая вот по свойству своему схожа с хлореллой, спирулиной, но одновременно нежелательно их принимать. Лучше тогда по одной таблетке 3 раза в день пить каждой. Уже были вопросики на сайте. Можно ли одновременно их пить? Ну, смысла не вижу, если честно. Либо вы пропиваете люцерну, либо хлореллу, либо спирулину. Ну, хотя спирулину и хлореллу можно вместе пить. Они друг друга дополняют. Вот. И последнее, что заказывала, это вот такие вот опять витамины для подростков, появились в наличии. Заказала своему сыночку, 13 лет. Буду давать, посмотрим, как поможет ему в борьбе с его акне. Состав, в принципе, неплохой. Много витаминчиков. Будем смотреть, пробовать. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Буду рада всем. Используйте промокод. Также переходите по ссылочкам. Оставлю под видео ссылочки на каждый из перечисленного товара. Можете заказывать, использовать промокод. Если первый раз заказываете, 10% вам будет скидка. Если уже участвуете в iHerb сайте, то 5% скидка на вашу общую сумму будет. Всем хорошего дня, удачи, не болейте и пока-пока.